Привет! С вами Лиза Скорпион. И сегодня я буду играть в игру под названием «Послание звезд». И, видимо, вот это вот, это мы. Это игра типа новелла. И она типа, ну, типа готов выйти или что-то типа того. Я, честно сказать, вот ее немножко послушала и все. Честно. И немножко... Мне вот там немножко интересно, а что если я скажу, что нет? Вдруг я ее не слышу. Ладно, сейчас подожди. Замечательно. У тебя сильная связь со звездным племенем. Так. Ой, уселась. Так, ты здесь, чтобы путешествовать, расскажу тебе. Как нужно влиять на мир? Скучно. Короче, дайте мне... Выбери красную, чтобы продолжить обучение. А можно я не выберу красную? Нам не дают выбора. Отличная работа, я даже не пыталась. Всё, я готова. Дайте мне играть. Я не хочу всего этого. Быстрее, я хочу играть. Так, лепесточек. Это, наверное, мы. Запахи целебных трав. Эти ароматы давно уже стали родными. Насквозь пропитав мою шерстку. Мне нравилось посещать пещеру со всем котенком. Видеть голубику, которая с деловатым видом раскладывала лекарства. Погодите-ка. Голубика велела мне навести здесь порядок. Я что, уснула? Видимо, да. Открыть глаза. О, нет. Я заснула за работой и проспала до полудня. Наконец-то ты проснулась. Признаюсь, обычно отчитала бы. Да? Но в последнее время тебе действительно достается много работы. Глупенько, ты похожа на Найт Марвун, честно. Считай это как комплимент. Раз ты выспалась, то у меня есть задание. Бурохвост продолжает мучиться с болью в желудке. Наши запасы можжевельника давно иссякли. Сходи за ними... Заодно принеси и других лекарств, лекарственных трав, если попадутся на пути. Сезон зеленых деревьев не должен проходить напрасно. Хорошо, я принесу столько, сколько смогу принести. Пойти в лес. А? Это лес. Смотрится. Проверь дальние кусты. Здесь ничего нет. Хорошо. Высыпь. Можжевельник. Угу. Это можжевельник. Кстати, напишите в комментариях, что такое можжевельник. Это куст, дерево, трава. Так, сорвать, конечно же, белый, бедный бурохвост. Он там страдает. Значит, сколько вообще ничего нет. Нижние куты. Смотрим. Интересно, что это за ягоды? Это ядовитые ягоды, но я их возьму. Я не буду говорить. Я никому не скажу. Секрет, секрет, секрет. Так. Вот это я помню. Погодите-ка, а сейчас мы сохранимся. Смотрите, я ничего тут не сохранила, честно. Так, закончить поиск. Уйти. Так, это пещера. Я все собрала. Показывай. Ну, мы красные ягоды не будем показывать.
Молодец! Сообщу Мурахвасту, что ему пора принять лекарство. Это все, что ты принесла? Все. Меня беспокоит, пока что у него не космоча. Думаю, стоит дать ему немного пижмы. Что такое пижма? О, слышишь шум на поляне? Вернулись охотники с добычей. Тебе стоит поесть, а потом марш к старейшинам ловить блох. Она всегда заботится о других, а сама почти не отдыхает. Так нельзя. То есть это голубика. Тебе нужно немножко подумать о себе. Хотя бы 2 минуты. Совсем скоро у хитроглазки роды. Поздравляю. Кто? Мальчики или девочки? Голубика от нее надолго не отходит, поэтому и посылает меня одну за травами. Кто другой не может за ней посмотреть? Мы что, вдвоем только одни эти? Как вы, лекари? Нету, что ли, больше никого? Хорошо, не буду задерживаться с обедом. Ой, привет. А кто ты? Серьезно, кто ты? Привет, сестра. У тебя шрам, ты в курсе? Синичка. Ты в курсе, что у тебя шрам на глазу? И вот тут. Все в порядке, успела прибраться в пещере там. Угу. Голубика отпустила меня пообедать, как твои. Мысли. Кем? Мы с Листохвостом уже успели потренироваться в овраге и сходить на охоту. Еще чуть-чуть поснимать. Кстати, дичи сегодня с излишком, и все племя сможет наесться досыта. Молодцы. Пойдем, убедишься. Ой, камушек. Ты реально камень. Булыжник. Эй, не так быстро, я с вами. Эй, не так быстро, я с вами. О, явился. Не запылился. Не завидуй. Почему ты это сказал? Чему мне завидовать? Вот именно. Слушай, лепесточек. Твоя сестра завидует потому, что меня сегодня снова взяли в патруль. А ее после первого раза так и не взяли патрулировать границы. Что? Не такой же вопрос, как у лепесточка. Что? Какой патруль? Какой прошлый раз? Синичку до сих пор не берут в патрули. Видимо, она там очень сильно подвела, раз ее не берут. После той истории. Похоже, Листохвост слишком беспокоится о тебе. А, это я. Похоже, Листохвост слишком беспокоится о тебе, Синичка. Может, тебе стоит поговорить с ним об этом? Он и слушать меня не хочет. Если я попробую об этом заговорить, она права. Я и сам это видел. Какое тебе мерзкое лицо. Ой, ладно, не буду обращать на него внимание. Листохвост чувствует свою вину за произошедшее и не хочет брать Синичку на вот эту вот, могу я точно, приграничную территорию. Следующее значит. Более того, даже на охоте он следит за ней пристальнее, чем любой другой наставник. Не отпускает от тебя дальше, чем на несколько хвостов.
Ок. Что она такого натворила, а? Мне уж интересно стало. Синичка. Старшие воители не считают это нормальным. Похоже, что некоторые пытаются предупредить его, но он не преклонен. Короче, мне кажется, что ему... Что произошло у них там такого? Синичка, что ты там натворила такого? Ты кого-то убила, что ли? Что происходит? Вот же фантазии у кого-то. Кошки, воители и коты. Нужно поговорить об этом с кустарником. Кустарником. Я понимаю, что это имя кошки, но она зеленая. У него много шерсти, что ли? Почему ее зовут Кустарник? Или ночной звездой? Думаю, их авторитет не должен признать. А почему авторитет разделили? Написали. Неужели Листохвост начинает сходить с ума, приближаясь к возрасту старейшин? Ой, что не стал уже кот седой. Верное патрулирование Синишки закончилось не слишком гладко. Он взял его с собой слишком рано. Давно выбиравшийся из ясней, котенок с энтузиазмом изучал окружающий мир. И с таким же энтузиазмом пересек границу племени теней, не отзываясь на голос Листохвоста. Ё-моё. Кич отсюда, а? Сколько времени? Скоро заканчиваем. Когда он хотел пойти за синичкой, то вышла весьма неприятная стычка. Тыщ-тыщ-тыщ, рифма. С патрулем племени теней, разумеется, синичку наказали. Сейчас я вам все кратко объясню. Короче, синичка была слишком маленькая для патрулирования, но листохвост решил ее все равно взять. В общем, она засмотрелась на все и нечаянно вышла за границы, видимо, нашего племени, наверное, или пошла в границу другого племени. Короче, что-то из этих двоих. И из-за этого ее наказали. Я уж думала, там она сделала какую-то оплошность из-за того, что и потом там кого-то убили. Ну это фигня какая-то. Ну, если, конечно, она только вышла из нашей территории, а не вошла в какую-то чужую. Хотя бы она туда не вышла. А Листохвост понимал, что поставил свое племя продемонстрировав врагам, грозовым котам закон не писан. Что за заклинание, а? Кыш отсюда, а! Блин, уходи. Достали уже на кухню уходить. Я знаю. И все равно не слышно будет. Все равно это видео никто не посмотрит. А просто мне что, не выкладешь? Ладу. Ладно, все. Сейчас сохранимся и заканчиваем на этом трэше. Нашли для чего? Блин. Вгонять ее. Не брать.